Итак, для чего мы снимаем канал WinWin, дорогие друзья? Для того, чтобы сделать рынок открытым. Мы пошли смело на просторы YouTube, начали туда тратить очень много ресурсов и финансового, и энергии, и времени, и сил для того, чтобы сделать рынок открытым, для того, чтобы сделать его прозрачным, для того, чтобы корпорации понимали, какой рынок сейчас клиентов, какой рынок подрядчиков, для того, чтобы подрядчики и агентства понимали, что нужно корпорациям. Мы пришли в корпорации, такие как Mail.ru, Яндекс, Hyundai, Газпром, Альфа-банк, Озон, и спросили у них: товарищи, что вам необходимо? Что для вас уже не важно при выборе поставщиков? Что для вас важно? Что вы любите, что вы не любите? На что вы обращаете внимание, на что вы не обращаете внимание? То есть мы сделали некую первую встречу знакомства за вас и показали ее на канале WinWin. Вы можете это смотреть. Мы пришли в агентство для того, чтобы корпорациям показать, что рынок агентств сегодня очень вырос. Что ребята, которые занимаются реализацией, они стали серьезными, креативными, клиентоориентированными. И мы с ними проводим целый день для того, чтобы показать их работу изнутри. Спросить, как они работают, что для них важно, какие их ценности по работе, реализации с клиентами. И показываем это корпорациям, ну и всем другим им коллегам, чтобы улучшать рынок. В этом и есть философия и ценность канала WinWin, чтобы сделать рынок открытым друг для друга. Чтобы вы были не подрядчик и клиент, а чтобы вы были партнерами в реализации проектов. Тогда эти проекты будут очень качественными и действительно на мировом уровне. WinWin, ребята.